Ребят, всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и мы продолжаем гонять с вами в китайский мод к European War 4 Napoleon HD на тематику Второй мировой. Вот, а оказалось, кстати говоря, вот у меня подписчик Роман спрашивал о мясных бункерах, почему у меня они не работают. Я думал, что это какой-то косяк версия, нет. Это, оказывается, там, где у меня вебка, есть кнопочка волшебная, можно нажать. И можно разблокировать бункер абсолютно за бесплатно. Вот оно что, вот оно как. Такие дела. У меня 65 звездочек, можно погрейдить что-нибудь. Ракеты разблокировать. Шучу. Ядерку разблокировать, почему бы и нет. Так. Я легко еще до второго уровня, может. Давай! Кого же? До третьего. Чисто ради прикола. Ну и плюс все разблокировал, кроме маусов. Ну, 8 звездочек наберу, возьму маус потом. Так вот. Все, теперь нас ждет наша миссия. Наша миссия заключается в бунте коллаборационистов, называется так на самом деле миссия, но я назову ее бунт Петена, так будет проще, потому что коллаборационисты просто на картинку не поместятся шрифтом моим веселеньким на превьюшку. Я не понимаю, конечно, 11 ходов надо потратить или все-таки 14438, потому что хз, что сейчас произойдет, как. Я думаю, что мы сможем на захват тут пойти. Швейцарцы нейтральные. Этот городок у них, в принципе, можно спокойно не трогать. Но я думаю, что за 11 ходов мы бы победили. Это чей, интересно, порт? Нейтральный. Генералы, давай сюда какого-нибудь Манштейна, чтобы он в одиночку все и вся сделать смог. Сюда. Сюда давай дядьку Гитлера. Сюда дядьку Роммеля. Так, у нас нет нормальной артиллерии вменяемой. Ну, вот эта пушечка, это вообще хрень какая-то. Есть еще танки мелкие. Но, как говорит Сергей Дружко, я на них никого назначать, конечно, не буду. Так. Надо будет сейчас подумать. О, а это что за генерал, интересно? Сильный дядька. Безымянный, но сильный. Так. Есть у нас еще какие-то средства. Манштейном, в общем-то, давай, наверное, вот. Танчик, так. Ага. Вот этим танчиком тоже. Пехотников. Сколько у них хп всего? 97. Гитлер, давай вот так тобой походим. Молодец, хорошо снес. Сейчас кайтанет вообще. Да, Гитлер психанул в натуре. Но на этот раз, наверное, психанул уже я. Можно было спокойно городок захватывать, а я этого не сделал. Я думал, что мясные какие-то пехотники попадутся сейчас, ну ладно. Давай мочить дядьку Петена. Танкист из него, честно говоря, так себе. Ну все, можно веселую дальнобойку построить и своего Петена назначить. Так, авиация что-то вообще дофига стоит. А я тогда еще мотопехотников возьму. С Манер Геймом, они будут шустрые. Вот эта байда еще не походила, но я швейцарцев трогать не буду. Так. Бум.
Короче, 445. Давай вот этим чуваком снимем. Нет, немножко не хватит. Ну ладно. В таком случае гомелем захватываем. Бойка нашего гомеля скоро ухайдукает. Тут еще какую-то хрень они построили. Да, кстати, эти укрепления же мочить все равно придется. Если нам дали миссию, связанную с захватом. Манштейн у нас лычку заработал. Это у нас десантники веселые, да? Меняем. Да, меняем ход. Пока ничего интересного не показывают. Держись. Дальнобойку выпилили. Пойдем. Гомелем вот так. 5 хп. Хорошо. Ну все, дальнобойки этой кирдык. 2 хп это не потеря. Сколько у этих 112 всего, ну, я не знаю, сможет ли Манштейн закосить противника, но я танком одним сбегал. И двигаем. Ух ты, гася. Отлично. Так вот походим. У меня еще дядька Гитлер остался в живых. Он может вот так пойти. Вместе дальнобойку. Ну и чтобы вот их не уничтожать пока. Какой-нибудь форт тяпнуть. Меняем ход. Так. Приближаемся потихонечку. Ой, гомель случайно психанул, вообще вынес противника. Так зайдем, так зайдем. Давай, допустим, Манштейном так зайдем. Долбать укрепление каким-то образом. В принципе, денег у меня просто дофига, можно приобрести где-нибудь тут самолет. Тут где-нибудь в безопасности относительной. И сюда Геринга назначить. Так, не надо пока переходить реку. Тут
Можно, в принципе, погрейдиться и приобрести танк дополнительный. И ход сменим. А, гейм что-то еще не готов. Морально. К труду и обороне. Ближе. Штейн вперед. Ну это изи. И надо постараться дядькой Гитлером стрелять и всеми остальными бедного несчастного флотоводца. Давай с Манер Гейма начнем. Ну а греб он, конечно, знатно. Ой! Слушай, он какой-то жесткий. Он сейчас всех моих убьет. Такими темпами. Живёхоник. Ладно, на захват идем. Кто у нас? Гитлер может атаковать. Манер гейм. Да ёлки. Ну он нахрен. В следующем ходу копыта откинет всяко. Бите нам будем мочить противника. Так, авиация еще пока не готова. Морально. Никого атаковать, а жалко. Вон сейчас шмяк и нету. Геринг вроде у нас готов всех мочить. И давай петена. Все, 50 медалек. Выиграли. Такие дела, 7 раундов. Так что, в принципе, миссия проходимая. Без особенных сложностей. Так, давай глянем, что в следующий будет. Нам осталось всего 6 уровней в компании. Потом мы будем проходить итальянскую. Тут будет 8 ходов на 5 звездочек. Так, ну блин, это все мы уже видели, фактически. Так, вот это, в принципе, тоже атака на Британию, но с Норвегии и с Данией. Я подзабыл, как эта операция называется. Если честно, она тоже была в планах у немцев. Надо будет через переводчик увидеть, как она называется у китайцев, и назовем так эпизод. Будет новый, но тут, в принципе, не сложно, я думаю. Будет отжать порт, вынести авианосец, даже 2-3, и удержать свой порт. У нас еще летчиков миллиард человек есть. Да. Минус единственный, наверное, только в том, что у меня адмиралов мало. Надо бы одного еще прикупить. Для комфортной атаки. Ну, а так, на этом пока все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся. Продолжение. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.